Спорт снова в моде. Это доказывают кировские школьники, которые активно участвуют в сдаче норм ГТО. Всех отличившихся 24 февраля наградили специальными знаками и удостоверениями. В торжественной церемонии в Центре развития творчества детей и юношества участвовали чиновники и учащиеся школ. Ребятам вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО за успешное выполнение спортивных нормативов. Всего 86 штук. На сегодняшний день в регионе более 450 человек приняли участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и получили отличительные знаки. Стоит отметить, что для школьников, помимо значка, проект приносит и дополнительные бонусы. Вы знаете, сдают не ради значка, сдают ради здорового образа жизни. И тот, кто занимается спортом, я думаю, будет и в жизни успешным человеком. Это первое. Второе, ну, мы знаем, что те, кто сдали нормы ГТО, будут и пользоваться неким преимуществом при поступлении в ВУЗ. Там будут начисляться баллы за успешную сдачу норм ГТО.